прадед Корбов Николай Андреевич, участник Великой Отечественной войны. Прадед служил во фронтовой разведке. Получив задание выдвинуться на передовую линию фронта и провести рекогносцировку сил противника, ночью с товарищем вышли на задание, определив для себя место для сбора информации, небольшой ближайший лесок. Прадед забрался на дерево, а товарищ остался внизу. В этот момент началась артподготовка врага, и одна из так называемых мин-лягушек упала рядом с сосной. Товарищ погиб сразу, а прадед от взрывной волны упал с дерева, по словам Николая Андреевича. «Я ничего не чувствовал. Мне жарко, сыро в районе живота. Я увидел вывалившиеся внутренние органы и бело-синюю кромку распоротого живота. Придерживая их руками, не помня себя, я бежал около 2-3 километров до своих позиций. Уже в госпитале узнал, что информация, написанная на клочке бумаги и найденная в кармане гимнастерки, пригодилась нашим войскам. За это дед был награжден орденом Красной Звезды. Домой вернулся в 1946 году, 2 года пролежав в госпитале».